Коля, вот смотри, какой красавец у нас. Тихо, тихо, возле шеи его бери. Ага, думаешь, так легко? Ну все, все, малыш. Тихо, возле шеи, аккуратно. Ну вот как его? Давай его надо, чтобы один отвлекал. А ну пусть укусит, давай. Одеяло. Сейчас он будет кусать одеяло. Ты его бери спокойно, видишь, он бедненький, он не может уже даже кусать. Вот, вот, все, бери второй рукой, второй рукой. Бери его аккуратненько. Бери, 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 молодец. Давай, молодец, пошли в воду. Бери, 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 бери. Не, только не роняй его. Красавец. Красавец, Андрюха. Все, 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 малыш. Давай, давай, неси воду его, аккуратно. Да. А им можно вообще в таком возрасте? Да, да, это ж... Давай, неси его. А тихо, вон вода, он сам уже. Оп, а ну. Ну все, вода вот, он. Все, маленький. Если ему надо воду, он да. Тут уже сползет. Хрен его знает, может он наоборот съебывался. Давай. Может быть. Все, ну все, наша миссия выполнена. Все, что могли, все сделали. Смотри, какой красивый. Он возле воды, если захочет, соответственно, уже сам пойдет в воду.